Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дар Риди, и мы играем в Hearthstone. Играем в новый режим и с новыми правилами. Пауки, повсюду пауки. Пауки опутали паутиной все вокруг, включая вашу колоду. За какой бы класс вы ни играли, приготовьтесь увидеть множество тенетников. Интересно. Так, ну я думаю, давайте с Рексара попробуем поиграть. Мне кажется, это более актуально. Посмотрим, какой режим нам приготовили. Ну, не режим, какие правила нам приготовили. Режим-то уже давно существует. Сколько уже правил? Три правила, да, был. Вот это, по-моему, третье правило. Ух ты, горош. Как много тенетников. Давайте так и оставим. Интересно, то есть колоду нам приготовили за каждого. Ну, здравствуй. Здравствуй. Так, ну я выпустил два тенетника, так как у меня была монетка. И тенетник нам будет что-нибудь давать. Интересно, а тенетник будет именно зверя давать? Или любую другую карту? Вообще, по идее, она должна зверя давать. Забавно, давайте попробуем разыграть. Посмотрим, что нам еще дадут. Так, ну что ж. Продолжаем выпускать тенетников. Набирать карты. О, очень-таки забавно. Ну, колоду, к сожалению, составлять нельзя. Я не знаю, я бы сделал так, что, допустим, 15 тенетников и 15 карт я могу все-таки сам составить, как-то выбрать. Ну, хотя, с другой стороны, все бы тогда играли точно бы за Рексара. Так. Избавляемся от тенетников. Ух ты, хорош. Скоро у меня будет полная колода в руке. Итак. Что я могу сделать на четвертом ходу? Призыв питомца, я не знаю, смысла нет, потому что мне в любом случае выпадет тенетник. То есть за две карты я разыграю тенетника. Давайте сделаем так, что ли, как-нибудь. Хотя, скорее всего, он сейчас убьет императорскую кобру мою, так как она представляет угрозу. Король Круш, это круто, конечно. Твою ж мать, дивизию. Зачистка пошла. Да, Мурлока мне нет смысла уничтожать. У меня нет Мурлока. Блин, ну что же мне сделать-то? О, выслеживание. Ну, в принципе, неплохо. Еще 20 карт, ну в основном как бы тенетники попадаются. Скоро у меня будет король Круш. Потасовка. Замечательно. Хотя зря он это сделал. У него было явное преимущество, он взял все и испортил. Ух ты, у меня Малорн появился. Сейчас мы как раз разыграем всех, я думаю, по порядку. Начиная с Мексы, потом Малорна разыграем, а потом уже и Короля Круша. Малорн, прикольно.
Конечно же, я лесного волка уничтожу. Хотя, хер его, фиг его знает, кого лучше уничтожить. Но все-таки, да, давайте, давайте все-таки тебя. И, так, ну, в принципе, он же зачистит. Ну, он мне может и второй раз попасться. Можно сделать выслеживание карты, я не знаю. Так будет лучше. Я вернулся. Малорн. Самая эпичная карта. Ничего себе, за 7-9-7. Она, то есть, если у тебя останется последняя карта, она в любом случае у тебя будет в колоде. Это прикольно. Очень эпично. Мне очень нравится эта карта. И надеюсь, он меня не уничтожит. Надеюсь, у него нет этого заклинания. Так, конечно же, я убью тебя. Так. Так, давайте что-нибудь выберем. А, это будет лучше. Более лучший вариант. Неплохо сыграл. Он побоится бить мне в лицо. Ловушка. Я думал, он думал, что будет зачистка поля. Это что, он мне в лицо ударил, я не понимаю. Твою ж мать. В принципе, ну-ка. 2, 3, 4, 7, 17. 17. Раз, два, три. 25. Да, мы делаем. Прикольно. Прикольно, ребят. Так, давайте откроем бустер. Хочется все-таки какую-нибудь легу. Тем более старые колоды. Фигня. Ну ладно, хоть что-то. Так, ну что, давайте еще раз сыграем за охотника. Прикольно, мне нравится, то есть игра стала более интересна, что, ну, не однообразие, а вот ты уже знаешь, что будет что-то новенькое тебе ждать. Допустим, через 4 дня хочется появиться, ну, зайти в игру и посмотреть, что же нового нам преподнесли. Итак, мой противник. Валира, наш противник. Смысл тенетников нет держать, давайте от всех избавимся, потому что что-то да попадется мне. И опять три тенетника. Замечательно. То сколько? Наверное, карт 20 точно тенетников. И 10 карт, ну, какие-нибудь другие. У кого монетка, у того преимущество. Так, когда ваш противник разыгрывает карту существо, оно получает 4 единицы урона.
Ничего, успеем мы еще сделать. Пока будем бить лицо, посмотрим, что будет. А он будет делать зачистку. А я думаю, снайперский выстрел сейчас точно мне не помешает. Я начинаю бить лицо, то есть у меня есть какое-то преимущество. Посмотрим, что он сделает. Ух ты, газрила. Хорошо. Сейчас-то он попадет. Ошибка. Так, ну мы с вами как-нибудь так разыграем. Ух ты, смотрите, вылез кто. Подводная лодка. Прикольно. И спрятался такой. Актуально. Давайте что-нибудь выследим. Прекрасно. Не, сова все-таки мне пригодится, а вдруг там что-нибудь потом будет сложное. Так, я начинаю бомбить, он, наверное, сейчас тропическую кобру захочет убить. Скоро у меня газрила появится. Замечательно. Тоже эпичная карта, которая может нанести неимоверно большой урон. Которого... Единственная карта, которая может фиг знает сколько нанести. Кабанчик. Он, кстати, может все-таки испугаться как кабанчика. Так что давайте... А, не кабанчик, я думал, ну, который два раза бьет. Дракончик бы он мог испугаться. Видели, рыбка такая прыгнула. Скелет рыбки, точнее. А вот это опасно. Тундровый ультрарок, от него надо избавиться. Причем немедли. Или же Малорна используем. Давайте газрилу. Он сейчас попытается от меня избавиться от газрилы. Нет, что такое? Твою ж дивизию, нет. Как так? Я лоханулся. Ужас. Сейчас он меня не убьет, а вот на следующем уже может убить. Конечно, Люторок всю ситуацию изменил, поменял ход событий. Да уж. Ну что, я могу тут сдаться. Хорошая игра. Я сдаюсь. Давайте еще разок сыграем.
За охотника. Так, ну, в принципе, знаете, можно за Джайна будет сыграть. Давайте сыграем за Джайна. Хотя. Но она может только этих будет убивать. Тенетников. Все-таки давайте. А смысл играть за Рексара? Так как, блин, у него кроме тенетника так ничего и нету. Да, за разбойника вот можно актуально играть. За мага. А давайте все-таки за разбойника. Он хотя бы сможет тенетников убивать. Зачистку делать. Это прикольно, это мы оставим. Ну что ж, приступим. Забавно сделали, мне понравилось. Режим понравился мне. Посмотрим, что нам продемонстрирует Джайна. И она выпустила тенетника, что и следовало ожидать. Причем двоих. А я-то их и зачищен. Так, давайте сначала один раз ударим. Посмотрим, что мне выпадет. Ух ты! Это эпично. В принципе, за Рексара нет смысла играть, так как Лютарога у него точно нету. Ну, там какие-нибудь, может, другие карты будут. Хотя, может, да, Лютарог все-таки появится у Рексара, но я вот 2 раза играл, мне не выпадал Лютарог. И потом понесется, когда мы Льторога разыграем, лишь бы его не убили. Хотя навряд ли он убьет, потому что у него, я думаю, одни тенетники, так как и у меня. Призадумалась, реально, как бы разыграть, если, блин, у него почти все тенетники. Ужас какой. Потом сделаем зачистку. Им всем при всем. И выпустим тонкого Лютарога. Сейчас она что-нибудь разыграет особенное такое, я думаю. Ну давай уже, Джайна, рожай. Снимать штаны. Твою ж мать, вот это. Вот этого я не ожидал. Жестоко. Будет продолжать. Что я могу тут сделать? Смысла нет. Я думаю, это будет самое актуальное. Все, давайте еще одну разыграем. Посмотрим, что мне выпадет.
Ну, пока что вот так, я думаю, оставим. Это мне даст время, а потом я смогу всех вернуть своих. Точнее, моих-то будет зачистка, а вот его я верну. Кого он выпустит, мы ему всех назад отдадим. Самое главное, что гиену. Интересно. Твою ж мать. Хреново. Так, что я могу тут сделать? Ну, ударим в лицо хотя бы. Пока что так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь я могу разыграть хоть кого, но будет актуально, конечно же, все-таки люторогу разыграть. И тогда он им трепку-то и задаст. Давай, Джай, нарожай уже. В принципе, можно пока просто сделать защиту, ну, как-то подготовить. А потом выпускать люторога, и будет нам зачистка. Да, в любом случае. Я могу, в принципе, его убить. Но мы сделаем... Мы сделаем вот так. У него хотя есть тоже, он опять это сова. Он сможет на меня нанести жалобу. Проклятие нанесет на меня и в лицо ударит. У меня есть веер клинков, что очень круто. Интересно. Хотя все же я проигрываю. Как ни печально. Ну давай, Джайна. Сделал так, как я и думал. А, не, вон оно как. Ёперный бабай. Так, блин, мне же надо вот этого убить по-любому. Так, тут нам явно нужна зачистка будет. Давай начнем. Ну хотя бы вот так разыграем. Все же лучше. Этих смогу снять потом. Короля Круша он точно не разыграет пока что. А я уже смогу разыграть, в принципе, это даст мне преимущество. Он хотя бы испугается и пытается меня уже убить. Вон оно чё, Михалыч. Хотя не знаю, есть смысл ли мне бить в лицо. 4, 4, 8. Он меня убивает. Так, как бы сделать? А он, скорее всего, люторога сейчас убьет. Если у него есть король круж, то все, мне не поздоровилось. Хотя он что, он думает, гадает.
Здесь есть карта, которую можно убить. Зачем так долго думать? Это меня больше всего бесит. Ну, давай, Джайна, уже либо ты, либо я. Думает, как лучше сделать. Значит, есть какие-то варианты, видимо, у нее. Зрила. Так, к счастью, у меня есть ликвидация. Давай начнем. Так что, ребят, пока еще живем. И сейчас опять будет полчаса думать. Туго-думка. Долгодумка. Блин, такие эпические карты. Но я поигрываю тем, что он первый начинает ходить. Ну, неплохо было сыграно. Что ж, ребят, с вами был Дарвиди, такая вот игрушка, очень прикольно, мне понравилось, вот, потасовка затенетников. Всем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, и впереди у нас будет еще много чего интересного. Пока что всем удачи, ребят, всем до скорого, пока-пока.